Система для подачи СО2 на одноразовых 16-граммовых баллончиках для мини и нано-аквариумов. Система полностью оборудованная. Вот сюда вкручивается баллон. Здесь у нас манометр, клапан тонкой регулировки, электромагнитный клапан с управлением через контроллер. Контроллер стандартный, как раньше был на светильниках Чихира, сейчас он есть на электромагнитных клапанах такой. И блок питания. И, соответственно, счетчик пузырьков с обратным клапаном. В комплекте также идет шприц для заливания воды, либо глицерина в счетчик пузырьков. 4 баллона в комплекте одноразовых, шланг. Все есть, кроме диффузора. Диффузор приобретается отдельно.